И всем привет, с вами Андрей Кагаба, это мой второй выпуск обзоров по-агавски, вы смотрите мой лайв-канал. И сегодня, как вы поняли по названию, обзор сувениров из Disney World. Пока по Disney World вышли только два выпуска, готовится третий про Animal Kingdom. Я постараюсь его в скором времени выложить. Ну, если вы смотрите это видео даже раньше, чем, так сказать, даже позже, чем, так сказать, сам Animal Kingdom, по этому поводу вы, особенно-то, и не удивляйтесь, потому что я, в общем, решу, в какой последовательности выложу все свои ролики. Так, вы видите мои руки, вот коврик, на котором я буду проводить свои теперь обзоры. Вот моя футболка, немножко видно ее. И, в принципе, давайте начнем. И первое, как раз, сувенир из Animal Kingdom, это деревянная статуэтка носорога. Как вы видите, это такой вот носорог. Я захотела просто ее на память себе, так сказать, И, в общем, я про Animal Kingdom готовлю, так сказать, выпуск, и там, я не знаю, буду ли я показывать показинчик, где я, в общем, куда-то носорога, в общем, такой вот носорожец. Классный. Мне очень нравится, в принципе. Надеюсь, его нормально видно. Направлен на него свет. То есть он так вот выглядит, в принципе. Вот так вот. Ну, в принципе, он так вот как раз выглядит. Весь из дерева. Тисового дерева. Или тикового дерева. Да, тикового дерева. Вот носорог. Я его назвал Носов, по приколу. Носорог Носов. Ну, за его, конечно, рога. Ну, это, наверное, по Animal Kingdom это все. Кстати, да. Следующий сувенир – это жетончики. Жетончики. Они у меня были из разных тематических парков. То есть я, в общем, в разных парках клал монетки, и из них мне делали жетоны. То есть давайте-ка я их по хронологии событий себе возьму. То есть, так, как сказать, возьму. Да. Выстрою. Так, это Animal Kingdom. Вот это Эпкот. Вот. Magic Kingdom я, к сожалению, потерял. Один значок я там, в общем, делал. Frontierland. Как вы знаете, там я катался на двух американских коках. Я смотрел мой второй эпизод моего, в общем, travel-блога. Но, в принципе, если я приближу этот значок, то на нем можно, наверное, что-то увидеть. Ну, я не уверен, конечно, но если я приближу немножко мою настольную лампу, то на нем можно увидеть. Я вижу на нем, в принципе, мини забирающийся на гору Эверест. Ну, про это поподробнее уже тут, про самом выпуске. И еще могу сказать, вот еще один значок Эверест. Многие значки я еще буду дарить своим знакомым, поэтому это не все мои значки, они пока мои, но они я уже один одному челу подарил. Вот это Эпкот Марокко. Я вам объясню. В общем, в выпуске про Эпкот будет все понятно. Там мини-районы в виде разных стран, в общем. Вот, ну, я был в Марокко. Вот тут как раз такое вот здание изображено. Еще один значок тоже Эпкот. Это еще один аттракцион космический, потому что там всякая научная фантастика еще немножко погнутая. Но если вам видно, я за вас очень рад. Вот, вроде поймал. Так, кругляшочек тут такой вот. И Эпкот написано. Так, последний тоже из Эпкота с машинкой. Тоже там был такой прикольный аттракцион. Но про него узнаете подробнее в выпуске номер 4 моего тревел-лога номер 2. Ну, вот это было все. Так что, носорог. Да. До свидания, жетончики. Все это пока у нас будет. И следующее, что я вам покажу, это ароматические палочки, купленные как раз в том микрорайоне стране в Марокко. Как видите, у меня вот такая вот палочка. То есть это я купила по-настоящему в Disney World. Вы, ну, представляете, что там такое может продаваться? В общем, они сейчас очень приятно пахнут. Жалко, что камера не может передавать, так сказать, запахи, которые сейчас по комнате просто витают. Вот смотрите, вот тут вот, по-моему, это пачули, если я не ошибаюсь. А, не, лавендер, лаванда вроде бы, да, не пачули, а лаванда. В общем, обалденно пахнет, если я их буду зажигать, будет вообще крутая арома. Я захотела их, просто мне обожал, просто до ужаса понравился запах.
Вот это у нас сандаловое масло. Палочки сандалового масла. Тут такие слоники изображены. В общем, как будто бы я и вправо в Марокканской там республика, не республика, я не помню, как это у них там называется, но, в общем, как будто я там побывал. Но про это подробнее, как всегда, во влоге. Поэтому посмотрели. Я понюхал еще раз, и мы оставляем это в сторону. То есть влево-слева от меня. Ну, для вас это, наверное, справа. И последние два сувенира – это значки из Эпка. Это у меня такой вот значок космический. Еще вот у меня один вот с движущейся такой вот фигнюшкой. Не знаете, за слово фигнюшка. Вот такая вот фигнюшка у него, в принципе, двигается. В принципе, тут у нас написано, мы выбрали лететь. Тут у нас написано Интернациональный космический центр путешествий. Тут написано парки Диснея. Это у нас Mission Space аттракцион у нас был такой в Эпкоте. Я про него вам покажу его во влоге своем. Очень прикольный, так сказать. Очень прикольный. А значок, я думаю, я его кому-нибудь подарю. Ну, а вот этот значок с корабликом, с такой же надписью. И с кораблем, с симулятором, на котором мы вообще летали. Вот он, кстати, сам и есть, такой вот кораблик. Блин, он перевернутый. Вот самая такая вот упаковочка. Вот написано, что это Дисней. И, в принципе, давайте еще раз посмотрим на наши значки. Блин, как я руки выворачиваю. В общем, такие вот у нас крутые значки. И почему вы думаете, что у меня камера в таком вот положении находится? Я купил себе маленький триподик. Ну, треногу, в общем. Еще вместе с селфи-палкой, ну, за 2 дня после покупки моего первого экспоната, так сказать, который обозревал в прошлом видео. У меня появилась, кстати, и вторая селфи-палка. Ну, все, наверное, думаю, дорогие друзья. Попрощаюсь со значками. Попрощались. Оставляем их в сторону. И, в общем, дорогие друзья, на этом я мог бы подытожить свой обзор, который я посвятил в основном показу моих сувениров из Disney World. Ждите продолжения серии. Наверное, я все-таки выложу эту серию первее, чем эпизод про Animal Kingdom. То есть ждите Animal Kingdom, Epcot, Hollywood Studios. И, конечно же, новых влогов от Андрика Агавы, конечно же, от меня. Сейчас влезу в камеру. Вот он сам я и есть. В общем, все. Всем удачи, всем пока. С вами был Андрей Кагаба. И, в принципе, на этом все. Извините, что повторяюсь. И, в общем, пока. Ждите новых обзоров по-агабски. И всегда будьте с нами. Подписывайтесь на мой первый канал. Я там ссылочку в описании оставлю. Так что, всем удачи, всем пока. С вами был Андрей Кагаба. Эпическое закрывание камеры. Тыдыщ, пока. Пыщ-пыщ, алло. И всем снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова...